села Тайстепан. Украинское село. Степан такой красивый парубок, такой хлопец лет 20. Здоровый такой, крепкий, высокий, сильный, работник хороший. Не пьет, хороший парень такой. Приходит домой, говорит: тата, ну что это такое? Ну где справедливость? Ну, тата, ну что робити, что делать? Я вот, ты знаешь Галу, так вот ее люблю, вот эта наша соседка, вот эта вся, люблю ее. И ты с ее тоже родителями, вот вы такие друзья, вот товарищи вы с ними. И я ее так люблю, все. И ты же знаешь, что у меня все хорошо, все. И она не хочет со мной ничего. И я уже и так. Она не хочет со мной. Что ты можешь мне допомочь? Он говорит: а дойдем. Степка, пошли. Пошли к ним. Он говорит: бать, может, не надо. Он говорит: пошли к ним. Батька: идем. Идем к ним. Заходят они сидят, как раз борща едят. Вот это вот Гала та родители ее, мама та тато, сидят борща. Едят, он говорит: здравствуйте, вони, здравствуйте. Вони: Степка, а ну встань, вот встань на табурет, встань на табурет. Он говорит: тато, ну не надо. Он говорит: встань, я сказал тебе на табурет. Встал на табурет, он говорит: я ж знаю твое основное достоинство твое. А ну, снимай штаны. Он говорит: тато, ну что, тату, что? Он: снимай штаны, я тебе говорю, пусть люди видят, какая у тебя цабуля большая. Он говорит: да не, ну батя, ну неудобно. Он говорит: снимай, я тебе говорю. Тот снимает, родители так: ого! Он говорит: вот и я говорю, ого. А Гала у вас балованная.